you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. А перед началом ролика хочу поставить там канал Мифи. Соль снимает видосики по КРМП и не только. Подписывайтесь, ссылочку я оставлю в описании. Давайте поможем чучку набрать 1000 подписчиков. Повторю ссылку в описании, сам я подпишусь, буду ждать от него новых видеороликов и вам советую. Приятного вам просмотра. Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сервер. Мой ник Кирилл Путбулови и думаю по названию ролика, в принципе, вы догадались, о чем сегодня пойдет речь. Как в принципе знаете, меня деактивировали еще месяц назад, в этом видео не будет нытья. Даже можете на это не рассчитывать, в принципе. Это видео чисто, знаете, что произошло после того, как меня деактивировали спустя месяц, понимаете, что я обрел, в принципе, мои выводы и так далее. Хотя я снимал видосик про выводы, но это будет сейчас совсем другое, в принципе. Давайте возьмем какую-то машину. Ешку возьмем, короче. Итак, как вы знаете, меня деактивировали мой аккаунт с причиной как бы махинации, хотя на самом деле ни хрена такого не было. Ну, неважно. Прошел уже месяц, даже немного больше, не знаю, когда этот видос выложу. Снимаю я его уже 11-го, в принципе. Сейчас у нас 2:30 ночи. Да, 2:30 ночи. Спросите, почему же ты так поздно снимаешь? Да потому что я вирус словил, чуваки. Я хотел скачать программу для записи видео Action. Скачал ее и просто вирусника словил, реально. Я хотел, ну зачем я скачивал программу для записи видео, если у меня есть бандикам? Да для того, чтобы я хотел записать с вебкой, потому что бандикам, когда, ну, в режиме игры не снимает вебку вообще, только в оконном режиме, к сожалению. Я хотел с вебкой снять видосик. Даже видосики, но, к сожалению, я вирус поймал. У меня сейчас интернет не грузит, именно браузеры вообще ни хрена не грузят. И мне пришлось перестановить игру. Из-за того, что у меня на другом проекте не работает почему-то ни хрена, я не знаю почему. Но, в принципе, не важно. Меня деактивировали 9 числа прошлого месяца. В принципе, я думаю, многие об этом знают, слышали. И что, как бы, у меня новый аккаунт. У меня новый аккаунт, ну как бы не новый аккаунт, это твинк мой, в принципе. Мне реально повезло то, что на твинке у меня была Yamaha и BMW. Потому что я не знаю, как бы я, блин, выжил бы вообще без машины, без ничего. Хотя с нуля бы тоже, наверное, развивался бы, задонатил, в принципе, как я это и сделал недавно. Думаю, тоже вы смотрели этот видеоролик. Поэтому я бы как-то, в принципе, выбрался, но все равно так лучше. Кстати, мой дом купили уже. После того, как я видосик снял, кстати, уже в тот вечер этот дом купили. Красавчик, чувак, конечно. Мой бизнес, эти дом слетели, да. Да, но мне на это насрать, в принципе. Мой аккаунт как бы уже не активируют, мне насрать. Это видосик именно, что произошло спустя месяц, как бы. Что я обрел. У меня теперь есть 3 тачки, в принципе. Вот, Бэха у меня уже была, Ямаха тоже была, ну тут Сузуки написано, неважно. И я купил себе вот такой Мерседес и поставил через донат на него вот эти номера. Что у меня еще есть? Это дом, в принципе, какой вы только что видели. Как бы, дом я себе купил, и я себе купил недавно также бизнес. Бизнес это столовая. Вот, Бусинес. Конечно, я его купил, кстати, сегодня, ну... Вчера, можно сказать, потому что уже как бы сегодня, а я купил его вчера, ну вы поняли. Столовую я купил, Батырева, центральную. Минуточку внимания. Хочу поставить вам свой бизнес. Мой бизнес это столовая в ПГТ Батырева. Найти его можно через GPS, 6 раздел и 9 бизнес. На карте у вас он будет отображен вот таким вот значком. Это центральная столовая Батырева «Юность». Здесь вы можете хорошо перекусить. В меню есть куриный суп, макароны с котлетами и стакан компота. Цены вполне себе нормальные.
Вход, конечно же, бесплатный, буду ждать всех. Приходите в мою столовую и кушайте. Так что, обязательно приходите в мою столовую, не пожалеете. В принципе, конечно, того имущества, что у меня было, я уже не верну, понимаете, но... Что у меня там было? Rolls-Royce, BMW M5.60 на блатах. Ну, короче, все тачки на блатах и, по-моему... А, и 8 я еще купил себе тогда. Ну, спортзал, кстати, мы тоже словили, но это не важно. В принципе, думаю, все это знаете, видели. Какие для себя сделал выводы? То, что я уже не так сильно отношусь к игре, знаете, как-то начал проще относиться к игре. Я уже не так часто играю, в принципе, да и времени особо нету, но... Я уже, знаете, сильно не заморачиваюсь. Раньше я там, блядь, о, аккаунт, ебать, вся хуйня. Сейчас я сильно заморачиваюсь, в принципе, я играю в день, ну, 2-3 часа, может быть, максимум. И я проще начал относиться к игре и вам советую, потому что, ну, блин, в любой момент вас могут деактивировать, забанить, сервер могут закрыть, понимаете? Надо относиться проще к этому. Надо относиться к этому намного проще. Раньше я, типа, блядь, за аккаунтом, ты шо, ебать, пиздец. Конечно, я не ожидал, что меня деактивируют. Но все равно, блин. Сколько я качал, тут таком, сколько я времени потратил. И все это впустую, как бы, и все заново пришлось сделать. Поэтому я советую вам проще относиться к игре. И я уже задонатил за этот месяц на сервер где-то 2500-3000 рублей. Это на випку, потом на блат номера, потом я косарь задонил, чтобы перевести в деньги, и на рулетке еще спустил нормальную сумму денег, короче. Но ничего годного мне, естественно, не выпало. Ну, что ему сказать, чуваки? Ну, я как бы не ушел с проекта, я остался здесь играть, в принципе, как бы. Ну, мне проект нравится. Мне не нравятся его руководители. Вот и все. Проект хороший. Конечно, бы глобалку бы побыстрее уже сделали бы, было бы вообще топчик. Но будем ждать, в принципе, я думаю, скоро, может быть, и сделают эту глобалку. Я сейчас, кстати, в ОПГ, восьмерка, а на основе, ну, перед тем, как меня деактивировали, я был девяткой в мафии итальянской. Я был в мафии итальянской девяткой. И здесь я сейчас восьмерка, в принципе. Ну, здесь меня взяли на пятерку, потом... Я в кап составе состою, как бы. Меня на пятерку поставили, потом через время на шестерку, на семерку и на восьмерку. Вот, поставили где-то дня 4 назад, наверное. Ну, за 2 недели я дошел до восьмерки. Я думаю, довольно-таки неплохо. Никакого, как бы, блата не было. Я просто, ну, на всех каптах почти бываю. Конечно, я не стреляю, как, блядь, пиздец там, ну. Я стреляю как могу. Я особо по пингу даже стрелять не умею, на самом деле. Напишите, кстати, обязательно в комментариях, нормальный звук или нет, потому что я реально не знаю. Некоторые пишут плохой, некоторые пишут нормальный. Напишите хотя бы, звук лучше, чем раньше был, либо хуже, потому что я реально не знаю. И мне очень интересно все-таки ваше мнение, как бы, ну, лучше стал микрофон или нет. Я понять реально не могу. Как по мне лучше стал, потому что раньше было очень жесткое шипение, хотя... В этих наушниках с микрофоном тоже это присутствует, но очень тихо, в принципе. Наушники реально очень громкие. Но я думаю, если слушать на всю громкость, блин, можно реально оглохнуть. Я вам без привлечения говорю. Можно реально просто оглохнуть, потому что... Я когда первый раз включил, я аж охуел, реально. Я просто охуел. Я от неожидания, понимаете, но я не ожидал, что будет так громко. Я включаю такой громкий звук, это жесть. Ну, в принципе, до сих пор такой звук громкий есть. Как бы, ну, на всю громкость слушать музыку, пацаны, это жестко, я серьезно говорю. Я одеваю наушники, если включаю музыку на всю громкость, я вообще никого не слышу, даже если возле меня будет, наверное, кто-то кричать. Я вам серьезно говорю. Вот мой, кстати, бизнес, Батырева, вот, столовая Юность, если что, в принципе, можете приходить. Это так, на будущее. Ну, в принципе, конечно, обидно за аккаунт. Не то, что тогда имущество, больше всего жалко машины, но именно жалко, что я потратил столько времени, год. Да, я уже год, кстати, играю на Амазинге, без какого привлечения. Я начал играть 8 числа этого месяца, я начал играть в том году. Ну да, получается, в том году. И вот я до сих пор продолжаю, в принципе, здесь играть. Уходить пока что не собираюсь, буду радовать вас сериями. Уже скоро будет почти 700 серий снято мной на Амазинге.
Это, конечно, жестко. Ну и думаю, на Дом ухода постараемся добить 8000 подписчиков. Насчет зимнего, кстати, насчет зимнего модпака, точнее зимней сборки. В процессе, блин, реально очень мало модов, блин, зимних для КРМП. Для сампа, блядь, хоть жопой жуй. Для КРМП очень мало. В принципе, поставить снег, блин, не знаю. Я думаю, это будет очень, как бы, ну это будет хуёво, понимаете? Ну, просто снег поставить, это хуёвая сборка будет. Я думаю, не знаю, может машины снежные какие-то поставить там. Блин, не знаю. У кого, кстати, есть какие-то моды прикольные, зимние, скины там и так далее, можете скидывать мне в ВК, я буду очень благодарен. И очень большое спасибо, я хочу сказать вам, то, что когда меня деактивировали, вы, мои подписчики, мне очень помогли. Как бы морально, поддержали меня. В принципе, помогли мне немного с развитием, ну даже не немного, там по 500 тысяч давали, я помню, по 200, по 300, ну неважно. Вы именно меня поддержали, вы мне помогли, я вам за это очень благодарен. Хочу поздравить вам канал бывшего администратора магазин Ролиплей первого сервера Диего Траблы. Его канал называется Баба Гейм. Он снимает будни девятки, также он снял видосик, из-за чего его сняли с админки, обязательно посмотрите. Снимал будни админа, сейчас снимает разные обзоры серверов, Аномаль, Скородмира, снимает будни девятки ППС, так что обязательно подписывайтесь. Ссылочку на его канал я оставлю в описании, давайте поможем ему набрать 100 подписчиков, я думаю, он будет очень рад. В принципе, снимает он хорошо. Поэтому подписывайтесь, повторюсь, ссылка в описании, сам подписан, смотрю каждый видеоролик, поэтому давайте поддержим парня, приятного вам просмотра. Далее, у меня прям самые лучшие, прям охуенчик просто, вы красавчики, реально. Вы просто красавчики. Реально за это я вам очень благодарен, то что, блин, вы так меня поддержали очень сильно. Да, кстати, вот, спортзал мы выкупили. Просто вы реально красавчики, я очень вам благодарен, не ожидал, что вы именно так сильно меня поддержите, прям, реально красавчики. Мне это реально, блин, понравилось, просто было очень приятно. Думаю, на этом будем заканчивать, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании, заходите на сервер, ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.